Азербайджан начнет экспорт лакрицы в Израиль. По приглашению портала «Азэкспорт» республику посетили представители израильской компании FNC Lacrosse Group, которые провели встречи с одним из производителей продукта в стране. Согласно первичной договоренности, со следующего сезона азербайджанский поставщик экспортирует в Израиль до 3000 тонн лакрицы. Представители израильской компании, являющиеся самым крупным импортером лакрицы в стране, обратились к нам и выразили заинтересованность в экспорте азербайджанской продукции. Были достигнуты договоренности о поставке 2,5–3 тысяч тонн лакрицы в Израиль. Гостям также была представлена информация о благоприятной инвестиционной среде в Азербайджане, предложение по созданию пунктов приема и переработки лакрицы в рамках совместного сотрудничества в будущем. С каждым годом в Азербайджане растут объемы переработки и экспорта лакрицы. Согласно статистическим данным, за 2018 год был экспортирован лакричный корень на 5,7 миллионов долларов. Также планируется экспорт лакрицы в виде экстракта в сухой и жидкой форме. Развитие экспорта в данной области нас радует, и мы считаем, что после начала поставок лакрицы в Израиль список стран-потребителей азербайджанской продукции будет только расти. Портал «Азэкспорт» отмечает, что ежегодно в Азербайджане производится 6-7 тысяч тонн высококачественной, высушенной и прессованной лакрицы. Продукция экспортируется в Китай, Сингапур, Индию и Иран. Эльнара Алиева, Джавид Гадыров, CBC.